Возвращаемся в Григориополь. Президент Красносельский сегодня побывал и на грибной базе. Там тоже ремонт. Грибная база в Григориополе. Президенту показывает, как продвигается ремонт. В здании меняют все, от окон и дверей до коммуникации и крыши. Для грибцов уже купили новые тренажеры. Полностью все, уже полностью. Тренажеры, мебель, все закуплено. Та стена будет более зеркала, потому что перед стеной будут стоять 6 тренажеров грибных, 4 байдарочных, 2 каноэ. Вот. Ну и по периметру уже необходимо все оборудование. К концу месяца уже начнем восстанавливать. Из спортзала по галерее можно попасть в Веллинг, где хранят лодки. Его тоже недавно построили. Катер и байдарки есть, с ними помог президент Красносельский. Не хватает каноэ. Президент сказал, новую партию уже купили. Скоро распределят по грибным базам республики. Для базы в Григориополе еще построят пирс, чтобы грибцам было удобно спускать байдарки на воду. Мне как в Рыбнице примерно такой же, только будет чуть поменьше. На бочках. На бочках. Кстати, Григориопольской базой заинтересовалась Молдавская федерация гребли. Говорят, чтобы здесь вот тоже это место, как один из этапов Кубка Молдовы по марафону, да, использовать. Можно запросто. То есть, как бы... Отсюда по речке до Бендер. До Тирасполя 90 километров. До Бендер получается Бендер чуть поменьше. 65. Да, можно запросто пробовать марафон. Гребля в Григориополе – популярный вид спорта. На базе планируют набрать и женскую группу.